До самой магической ночи в году осталось всего 5 дней, и хотя снегом нас зима еще не порадовала, это не мешает крымчанам готовиться к празднику. В преддверии Нового года весь мир погружается в предпраздничную суету. Все торопятся купить подарки для своих близких, закончить важные дела, чтобы как следует отдохнуть на каникулах. Именно в эти дни весь мир погружается в волшебную атмосферу, и в сказку верят не только дети, но и взрослые. Некоторые подходят к вопросу со всей серьезностью, изучают гороскопы, предсказания астрологов, чтобы Новый год принес как можно больше счастья. У каждого свои подготовительные предновогодние ритуалы. Ведь когда, если не сейчас, верить в настоящие чудеса? Верите ли в гороскопы? Конечно, верим. Каждую неделю я читаю, смотрю на будущую неделю, что, как там будет у меня. Вы верите в новогодние предсказания, в гороскопы? Да, конечно. Люди же пишут гороскопы, такие же, как мы с вами, ну, поэтому не верю. А загадываете желания в новогоднюю ночь? Нет, я уже... А почему? Уже не в том возрасте. Неважно, сколько человеку лет, он сам творец своего счастья. Биоэнергетик Яна не придает значения праздничному наряду. Психологическому состоянию она уделяет больше внимания. Встречать Новый год нужно с хорошим настроением, оставив весь негатив в прошлом. Не зря есть такая поговорка и так выражается, что бедный беднеет, а богатый богатеет. Почему? Потому что как мы мыслим, так мы и живем. То есть все в мире есть энергия. Яна охотно поделилась секретом, как привести свою карму в порядок. Уверяет, что для этого достаточно соли, воды и позитивного мышления. При помощи свеч обойти по часовой, против часовой стрелки, потом по часовой, против часовой. То есть мы снимаем всю негативную энергетику и по часовой. Можно и себя почистить, да, и солью там определенные, сказать, наговоры. Приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее, чтобы знать, к чему себя готовить или как избежать той или иной ситуации, биоэнергетику помогают руны. Встречу ли я свою любовь? Да, хорошо. В этом году встретишь свою судьбу, руна Геба. Это означает дар. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Анна Артамонова верит, что все желания надо проговаривать вслух, особенно в канун Нового года. Говорит, что Вселенная слышит все наши просьбы. Нужно только правильно с ними обращаться. Все твои желания, они сбудутся. Главное в них верить. Как аффирмация, что ты во Вселенную ты подаешь то, что ты хочешь, и она тебе это дает. А если все эти эзотерические методы не по духу, то можно следовать напутствиям психологов. Они рекомендуют не обещать себе на Новый год изменить свою жизнь вмиг и полностью, а начать с малого. Может быть, какие-то обиды сохранились в душе. Обязательно их нужно оставлять в старом году. Не нести этот груз с собой, потому что он будет только мешать заполнять все подсознательное и все пространство вокруг, и не позволять человеку правильно и в полном объеме жить и реализовываться. Конечно, всем нам в преддверии зимних праздников хочется верить в чудеса больше обычного, но поджигая бумажку с сокровенным под бой курантов, будьте осторожны и помните, желания, загаданные в новогоднюю ночь, имеют свойство сбываться. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.